Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. На 21-м километре автодороги Улан-Удэ Романовка-Чита с 28 сентября по 2 октября проходит акция «На дорогу без перегрузов», в ходе которой сотрудники Управления государственного автодорожного надзора проверят грузовые автомобили на наличие перегрузов. Целями настоящей акции является сохранение автомобильных дорог, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, ну и также соблюдение действующего законодательства, в частности закона о дорожной деятельности. Проверки проводят представители контрольно-надзорных органов и владельцы автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. В ходе акции участникам дорожного движения разъясняют требования законодательства Российской Федерации в сфере грузовых перевозок. По словам Козырева, проезд перегруженных машин приводит к разрушению дорожного полотна, образованию ям, трещин, выбоин. Есть определенная градация, есть таблицы, которые установлены Минтрансом. И в соответствии с ними смотрится, какой был перегруз. Специалисты автомобиль загоняют на весы и считают нагрузку на оси. Если есть превышение, то программа сразу выдает цифры и ущерб, причиненный владельцу дороги. Автовладельцу выписывается акт, а перегруз, в случае, если содержимое кузова нецельное, высыпается на площадке возле пункта весового контроля. Все, Семен, давай загоняй. Так, вот, в настоящее время транспортное средство заезжает на весовую платформу в переднюю ось. Крайний весов у нас является весом передней оси. Машина зашла второй осью, нагрузка на ось составляет 9 тонн 850 кг. Сейчас мы ее зафиксируем. Сейчас машина зашла третьей осью, нагрузка составляет почти 10 тонн, что уже является перегрузом. Составленный специалистами акт передается владельцу автодороги, который устанавливает сумму ущерба. Сейчас на дорогах регионального значения в Забайкальском крае нет стационарных пунктов весового контроля, но передвижные работают практически круглосуточно. Пункт весового контроля, он является передвижным, и при необходимости он может быть в другом месте, то есть он достаточно мобильный и постоянно курсирует по дорогам нашим региональным. Отметим, что на территории Забайкальского края общероссийская акция «На дорогу без перегруза» продлится до 4 октября. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.